Всех приветствую, сегодня поиграем с вами в игру под названием Утес Империи. Игрушка старенькая, знаю, но только недавно не наткнулся, думаю, запишу одну серию. Почему одну, потом в дальнейшем вы поймете. И посмотрим, что она и как. Так, здесь у нас есть три уровня сложности. Это песочница, обычный, и нужно будет с вами регулярно будет на нас нападать мародер. Не, давай, наверное, в обычной с вами начнем. Из-за чего я запишу только одну серию, потому что, вот как вы видите, здесь вот это вот все карта. У нас с вами есть три утеса, и на них мы будем строиться. И дальше я не знаю, как туда развиваться. Честно, без понятия, где мы с вами начнем. Смотри, что у нас тут на биоме есть. У нас здесь водичка здесь какая-то есть. Прикольненько. Может, тут и начнем? Хотя вроде на этом у нас больше места. Блин, ну по-моему, мы сможем потом сюда либо мост построить, либо как-то перелетать, да? Хорошо, давай, наверное, начнем с этого биома. Так, что нам нужно тут по заданиям? А, все еще, я когда нажимаете на фонарик, оно подсвечивается. Вот это вот интересно. Так, что нам нужно? Нам нужно склад построить. Где у нас склад находится? Ага, промышленность и склад первого уровня. Нажимаете, получается, на квадратик, нажимаете сюда и склад первого уровня. Так, выбрать. Блин, где мы с вами склад построим? Давай, наверное... не знаю. Давай, наверное, вот сюда, в этот. Либо нет. Так, давай отменим. Сейчас посмотрим, где мы с вами начнем. Либо сверху, либо тут снизу. Давай, наверное, все-таки склад мы поставим с тобой вот сюда. Вот таким вот образом, да? Блин, либо этот кубик занять. Ладно, давай сюда ставим склад. Сейчас у нас тут построится, будут ресурсы, и мы потихонечку будем развивать наше с вами поселение. Да, я же говорю, будет чисто одна серия. Я не знаю, кто играл в эту игрушку, тот меня поймет, что здесь, в принципе, много строиться не получится. А кто не играл, то попробуйте. Так, что нужно... Посадочная, да? Посадочная, посадочная. Хорошо. Посадочную мы с вами сделаем. Где ты? Вот. Дай перевернуть, дай посмотреть. Посадочную станцию мы с вами установим, либо не установим. Могу ли я тут ее поставить? Нет, не могу, да? А почему? Просто хотелось бы, чтобы у нас такая была... Почему ты не ставишься? Тебе чего-то не хватает, либо... Либо что? Так, хорошо. Ну, тогда давай другую ставить. Если это не хочет, давай тогда так. Вот эту вот станцию тогда сюда, да? Посадочную ставим. А может, мы сможем тогда и эту... Тоже нет. Ага, вот смогу. Смотри, где-то засветилось. Где-то могу. А, вот таким вот образом, да? Ага, все. Тогда это убираем, а эту мы с вами сносим, да. Нет, я хочу ее снести. Как мне тебя снести? Ага, понял, хорошо. Тогда сейчас этот построится. Давайте, наверное, скорость немножечко больше сделаем и снесем. Есть? Да, а тут мы снесем. Сейчас уберутся все материалы. Отсюда. Шикарно. Что там у нас дальше по заданию? Нужно построить дом. Дом. Какой будем делать? Так, что у нас здесь? Ага, 52 человека, 26, нет, не то. А здесь у нас 13. Давайте, наверное, на 52 человека построим вот такой вот огромный домик. Чтоб сразу у нас с вами были люди, правильно? Вот сюда ставим, все, шикарно. Берем фонарик и подсвечиваем.
Во. Люди начинают строить. Отлично. Давай немножечко ускоримся. Чтобы было чуточку быстрее. И плюс нужно будет это место разобрать. Не знаю, может сейчас сюда какой-то домик поставим. Так, что у нас здесь есть? Хорошо, забрать. Угу, поселить 15 людей. Ну, пусть поселяется. Так, что здесь у нас будет? Так, энергия плюс 48, да, за 400, плюс 28 жителей. Плюс 8, блин, давай, наверное, солнечные панели поставим. Как думаете, чтобы у нас здесь, да, отлично, у нас теперь есть солнечная энергия. И наши люди здесь будут жить. Хорошо, а ну покажись. Чем ты занимаешься? Ничем, ты просто ходишь, да? Ладно, умничка, ходим. Это мы забираем, и дальше мы будем строить что? Энергию, да, энергию мы с вами построили. Станцию нужно будет построить, да? Хорошо. Аккумулятор, аккумулятор, где наша станция? Вот наша станция. Установим, наверное, мы ее с тобой сзади, и потом две штуки можно будет сюда влепить. Так, одна, и... Может, две штуки сразу и поставим? Пусть заряжаются. И какое-то место еще будет от у нас. Так, давай ускоряться. А что это такое? Кто-то взлетает, да? Так, я так понимаю, к нам кто-то прилетел. А ты кто? Угу, приоритет. Это плюс 15 человек. Понял, это к нам жители наши прилетают. Хорошо. Так, у нас здесь заряжается. Нужно сделать ускорение. У нас здесь заряжается, пошла скорость. Нужно будет два аккумулятора зарядить для наших людей. И почему здесь приоритет? Ага, приоритет. Давай приоритет сюда поставим, чтобы они разбирали это место. Вы можете вот это вот разобрать? Либо у нас людей нету. Ну, ребятушки. Так. Угу. И... Ну, я же поставил вам приоритет номер 3. Почему вы не хотите этим заниматься? А если бы я знал бы, да? Так, заряжается 63%. Здесь у нас тоже 68%. Хорошо. Я не могу понять, почему они не хотят... Почему не хотят разобрать его? Либо у нас на складе нету места. Вот это вот единственное, что я не совсем понимаю. Так, ну что там? Когда ты зарядишь 80%, хорошо. А здесь 80. Может, сейчас оно зарядится, и у нас появится энергия, и не на что разбирать. Ну, для наших вот этих вот роботов, которые летают. Да, есть, выполнили, да? Отлично. Станцию и добыть воды. Хорошо, воду мы-то с вами добудем, но... Где она находится? В еде. Отлично. Угу. Вот это вот станция, да? Я могу сюда тебе поставить? Нет, не могу. А из-за чего? Из-за того, что он мне здесь мешает. Так, станцию, наверное, мы с водичкой вот сюда с вами поставим. Так. Medium construction completed. Ламп. Блин. А давай попробуем минус 500 построить заново. А теперь сносим, да. А теперь убирайте, пожалуйста, это все. Давай приоритет третий. Так, все, водичку мы с вами сделали. Это хорошо. Построить поля. Мы поля с вами сделаем. Оф. Он, все. Ну, работайте. Просто мне не надо две посадочные площадки, правильно? Либо у меня игра затупила, либо почему?
Ладно. Нам нужны поля. Поля, поля, поля. Так, это подводное большое поле. Большое поле, куда мы с вами установим. Нужно три поля будет сделать, да? Давай, наверное, вот это вот место мы оставим. Для чего-то, да? А здесь поле установим. Так, раз, два и три. Все, есть. Блин, кто мне подскажет, почему они не хотят разбирать его? Может, из-за того, что у нас нету... Нету места на складе. Так, а давай расширим склад. Во, мы с вами склад расширили, хорошо. На 25% больше, да, за 700. У меня 9000 есть, давай еще. Ага, отлично. Все, склад больше, ну, значит, если на складе больше места, значит, мы сможем с вами разобрать. Не? Не, ребят, он не хочет. Окей, давайте ускоряться. Давайте построим три поля. Блин, может еще один комплекс для жизни построить, а? Дай посмотрю. Во, как раз можем такие вот сюда три домика и поставить, да? Но я думаю, пока мы этого делать не будем. Я хочу понять, почему они не хотят его разбирать. Во, понеслось, да? Или не? Вроде бы, да, потихонечку разбирают. Наверное, из-за того, что у меня... Из-за того, что, наверное, у меня место на складе было. Хорошо. Так, шахта материи. Добыть материю. Где она находится? Ага, шахта материи. Хорошо. Давай смотреть. Давай смотреть. Шахта материи. Построить. Ох ты, какая огромная у нас шахта материи. Блин, вот сюда бы я хотел бы ее переустановить бы. Нашу шахту материи. Но нам нужно будет подождать, пока миссия не полностью это все разберут. Так что давай, ребятушка, на семерочку включим. Подождем, пока миссия не разберут. Ну что-то они не хотят, да? Вообще, от слова совсем. Что это они делают? Вот чем вы занимаетесь? Ага, вы там воду добываете, да? Может просто еще один склад поставить? И тогда у нас будет больше рабочих, как думаете? Он тоже перенагружать нашу карту не хочется. А я могу добавить больше? Нет, больше я не могу. Работников всего лишь 4. Блин. Может склад еще один поставить где-то здесь снизу? Ну давай, ну приоритет номер 3. Ну сделай это. Ну сделай это. Я хочу сюда построить шахту по добыче материи. Так, оф, он. Что здесь? А если мы выключим полностью так, вот так вот, оф. И, не, здесь пусть включено будет. Давай, разбери мне, пожалуйста. Мы же должны с вами понять, почему оно не хочет, правильно? Ну? Ломай меня полностью. Приоритет 1. Не, вообще не хочет. Ладно, включаем, включаем, включаем. Ну, нет, так нет. Шахта материи. Шахта материи. Значит, у нас будет шахта материи с вами вот здесь. Потом посмотрим. Возможно, я что-то не понимаю, и оно его отстроит. Либо оно не предназначено для этого, чтобы полностью разбирать. Large construction completed. Так, хорошо. Мы материю с вами построили. Сейчас добудем.
О, кстати, можем же улучшить, правильно? Нет, не туда. Objective completed. Приоритет, что мы сможем сделать? Так, экология минус один. Угу. Рабочие места. Давай, наверное, вот так вот тебя улучшим. Тебя мы можем улучшить? Нет, тебя улучшить мы не можем. Хорошо, материю. Рабочее место плюс 2, плюс энергия плюс 2, да? Ага. За 380, может. Экология плюс 3. Давай, наверное, пойдем в экологию с вами, ребят. Да, будем с вами в экологию идти. Хорошо, давай попробуем отстроить тебя и еще раз полностью тебя отстроим. Все, есть. Ну, пусть будет здесь тоже посадочная станция. Уже сделали, так сделали. Так, городскую площадь, да, нужно будет сейчас с вами построить. Угу, в бизнесе, хорошо. Бизнес, бизнес. Ага, банки. Рынок. Городская площадь. Вот таким вот образом. Я думаю, будет возле дома у нас оно. Возле нашего домика, да? Ты сюда не влезешь? Нет, не влезешь. Давай вот, вот возле нашего домика сюда. Мне интересно, а вот аккумуляторная станция, эта энергия берется у нас отсюда? Либо с солнечных панелей нужно будет еще потом. Так, мы это сделали. Центр техобслуживания. Центр техобслуживания в ремонте. Ремонт, ремонт. Где наш центр техобслуживания? Вот он. Ты огромный? Да, огромный. Но ты влезешь вот сюда. Давай, наверное, возле домика, да? Мы тебя поставим. Сейчас мы сделаем немножечко вот так вот. Построить возле дома. Да? Да, сюда есть. И давайте, наверное, еще один жилой домик. Маленький поставим. Влезешь сюда? Нет, не влезешь, а маленький. Влезешь, маленький. Давай вот таким вот образом тебя сюда и пиндюрим. Что еще нужно? Мне нужно... Угу, солнечное, солнечное. Ну, наверное, сейчас подождем, пока мест нам предложат это построить. Аккумуляторы. Будем еще аккумуляторы одни ставить? Аккумуляторы, аккумуляторы. Блин, я не помню, где наши аккумуляторы были. Посадочная, склад. Не то. Вот, аккумуляторная станция. Давай, наверное, еще одну сюда мы поставим. Пусть будет на всякий пожарный. Мало ли пригодится. Так, что вы тут, чем вы занимаетесь? Приоритет, хорошо. У нас металла нету, да? У нас материи мало. Но материю мы с вами добываем. Есть, отлично. Так, есть. Нужно нам будет сейчас с вами построить фабрику. Давай скорость поменьше сделаем. Посмотрим. Нужно будет фабрику сейчас с вами построить. Угу, движки и мебель, да? Фабрика 3D-шка, хорошо. Где у нас фабрика? Фабрика 3D-шка. Ты каких размеров? Блин, какая-то огромная. Давай, наверное, фабрику мы сюда поставим. Есть. Двигатели, да? Либо это оно и есть, фабрика 3D. Ты нам движок и будешь делать. Давай ускоримся, посмотрим. Блин, рабочих мало. Может, еще один склад поставить? Как думаете? Может... Может, реально все дело в том, что у нас не хватает просто людей для этого всего. Ну, вы сами видите, что они выбирают приоритет чисто на поля летать. Small construction completed. Так, домик маленький построен, хорошо. New citizens arrived. Угу, угу. Давай пойдем, наверное, в солнечную энергию вот сюда. Вот так вот, отлично. Давай, приоритет.
Приоритет 3 поставим, чтобы это быстрее все было. Ну и тоже. Быстрее этого не будет из-за того, что... Из-за того, что здесь производится очень медленно все. Так, мебель, мебель, мебель. Ага, может нужно... Торговый порт, торговый шаттл. Ага, мост, смотри. То есть... Я могу с вами мост потом построить, да, поставить? Так, погоди. Мост, мост, мост. Каким образом это все будет выглядеть? Я хочу посмотреть. Вот таким вот, да? Блин, прикольно. Реально прикольно. Только место будет забирать. Так, а сюда могу? К сожалению, не могу. Могу только вот сюда. Ладно, потом мы это с вами все сделаем. Так, двигатели, что мне нужно? Двигатель. Две штуки и мебель, да, две штуки. Или оно само по себе будет производиться? Ага, у нас энергии мало. Блин, может солнечные панели поставим где-то? Как думаете? Либо лучше ветряную. Так, турбина, турбина, турбина. Блин, какая маленькая. И куда нам ее поставить? Куда она тут у нас влезет? Не влезет. Во, куда-то тут турбина, да, влезет у нас. Так, стой, погоди. Дай повернуть, дай выключу фонарик. Дай посмотреть по поводу турбины. Во, давай турбину сюда, раз. Энергия, потом... Ты сильно огромная и маленькую, да? Тоже сильно огромный. Никуда ты тут не влезешь. Ага, вот ты сюда влезешь. Две штуки можно поставить будет. Так, раз. Два. Сюда потом мост встанет у нас. Здесь ничего не влезет, здесь ничего не влезет. Пусть строится. Я смотрю, что у нас энергии вообще 26%. Так. Ну что, мы приготовили что-то, либо нет? Оно еще готовится. То есть мне нужно вручную туда все устанавливать. Хорошо. Хорошо. Ждем, пока мне все построится. Пока мне все приготовится. Так, давай включим фонарик. Так, двигатели, мебель. Сейчас оно закончит его делать. Сейчас закончите делать и посмотрим, будет ли оно делать все подряд или мне придется его вручную изготавливать. Вот это вот мне интересно. Блин, а я могу отменить? Ага, могу, да? Так, мебель. Две штучки. Да, ребят, мне придется вручную это все ставить, я так понимаю. Так, очки. Ага. Ладненько. Ладненько, вручную так, вручную. Главное, чтобы им... Не нужно было это все на постоянной основе нашим гражданам. Так, как мне... Погоди, как мне с домом? Никак, да? Я не могу взаимодействовать. Так, сейчас подождем. 95%. Мне нужно всего лишь 2, да? А энергии у нас... По нулям, блин. Мне нужен приоритет как-то поставить на энергию. Приоритет
2, приоритет. Так, все, мебель мы с вами сделали, да? Она дальше начинает изготавливать его. А если я просто уберу вот так вот и... Угу. Понял, могу чисто по две штуки в один слот. Ладненько. Так, что нужно? Торговый портал. Угу. Где у нас торговый портал? Вот торговый портал. Блин, какой-то огромный торговый портал. Давай, наверное, мы тебя поставим вот сюда. Вот таким вот образом, согласны? Здесь у нас будет еще что-нибудь, а мы торговый портал с вами поставим вот сюда. Здесь, наверное, давайте энергию еще, если получится. Так, а ну как-то, как-то вот так вот энергия, да, есть, хорошо. Понеслась. Потом, чтобы сами видите, что энергии очень мало. Так, вода. Вода добывается. Вода добывается. Да, потихонечку, помаленечку вода у нас есть. Блин. А все-таки прикольно. С этим фонарем они придумали, да? Я только не могу понять, почему мы не можем внизу с вами развивать наше поселение. Было бы интересно, что можно было сначала здесь у нас как основная, знаешь, такая торговая, к примеру, будет у нас башня. А снизу просто обычные домики. Все, маленькая построена. Отлично. А я могу тебя улучшить? Нет, улучшить я не могу, но зато могу повернуть. Да, кстати, если, к примеру, вы там построили что-то и хотите его перевернуть, то все на 90 градусов его можно вертеть. Это шикарно. Так, здесь производится. Хорошо, водичка вроде тоже у нас есть. Энергия потихонечку капает. Еда 101. Правильно, зерно. Угу. Сейчас посмотрим, какой будет здесь торговый пост у нас. А точнее торговый портал. Материя, материи нужно. Приоритет. Я даже не знаю, если я ставлю приоритеты, то роботы летают сюда, да, быстрее, так понимаю. Да. Сейчас они закончат воду доставлять на склады. Так, давай посмотрим, что у нас есть. Угу, движки десяточки. Зерно, водичка, водички мало, да? Могу я еще водички добавить, либо нет. Ага, фильтры воды, фруктовый сад. Ага, фруктовый сад, смотри. Прикольненько. Ну, может у нас по заданию будет там фруктовый сад построить? Так что давайте подождем немножечко. Так, сейчас у нас она будет заканчивать строить, я так понимаю. Так, здесь ветряная есть, хорошо. Вот тут материи 3 штучки нам нужно будет с вами. И тогда уже начнется строительство. Блин, ветряные мельницы, конечно, это все классно, но мне побольше что-нибудь энергия. Есть какая-то энергия? Не, нет, туда никакой больше энергии. Ага. Атомная электрическая станция. Ох ты, ё. Но это минус экология. Возможно, где-то атомную станцию придется вот сюда ставить. Только каким образом они потом будут... А это что такое? Торговля, торговля, мост, мост, мост. Угу, мост огромный, да. Может, реально мы его впихнем сразу же, чтобы я понимал, каких он будет размеров. Вот сюда. Бум, есть. Ездишь? Либо нету. Где ты, мост? Ты ж пойдешь вот сюда, правильно я понимаю? Да. Ага, смотри, у нас здесь рыбка есть.
У нас здесь с вами есть рыбка. Давай скорость поменьше сделаем. Посмотрим. Так, выключить фонарик. Прикольненько, есть рыбка. Значит, мы здесь будем с вами рыбу добывать. Тогда мост нам в любом случае понадобится. Пусть строится. Что тут по поводу нашего портала? 14%. Ага, из-за того, что у нас нет с вами материи. Ну, материя, да, долго добывается. Тут уже ничего не поделаешь. Можно, конечно, попробовать приоритет выставить, но... Либо построить еще... Построить? Может, построить еще одну по добыче материи, либо не будем спешить. Потому что места мало, я и так прохоботил с вот этой вот штукой. Уран. Давай попробуем снести ее полностью, и может тут материю мы с вами... Материю сможем с вами здесь еще одну поставим по добыче. Если они, конечно, не будут разбирать это все, давай, приоритет. Ну? Не? Не хотим? А почему не хотим? Да, кому не сложно, напиши мне в комментариях, сейчас ты это смотришь, ты в эту игру играл уже 10 тысяч часов. Почему? Напиши, они не хотят разбирать. Что не так? Что не так я делаю? Ну, не напиши не так, что типа потому что. Они хотят потому что. А конкретно из-за того, что мне не хватает рабочих там, либо еще что-нибудь. Будет интересно. Почитать. Так, две материи есть. Хорошо, давай приоритет тоже сюда на троечку поставим. Мало ли, может, поможет. Хотя, наверное, я что-то сильно сомневаюсь, да, что она поможет. Можно было бы еще один склад поставить с работниками, но... Во-первых, места мало. А во-вторых, ну, не вижу смысла, потому что у нас материя очень долго добывается. Так, давай, наверное, сюда еще поставим с вами энергию. Так. Блин, не туда, вот так. Делаем, ставим. Раз. Но вам... 3 и 4, да? Да, вот таким вот образом. Сюда может что-то влезет, маленькое какое-то здание. Может, два дома впихнем, как думаете? Либо по станцию по очистке воды. Вода, вода, вода. Нам нужна вода? Да, воды мало. Где наша вода? Вот сюда станцию для воды тоже ставим. Здесь хай эти камни будут. У нас воды вообще по нулям, вы видите, да? Угу, приоритет тоже на троечку. Давай, наверное, мы здесь тебя остановим. Тебя мы тоже остановим. Давай, наверное, водичку мне делай. Здесь тоже остановим. Все. Нам нужна водичка. Причем очень-очень-очень быстро и очень много нам нужно. Ну, не спи. Не спи, замерзнешь. Здесь тоже пока мясня. Водичка нам нужна. Здесь офф, здесь офф. Мост тоже офф пока мясь. Сейчас построим станцию для воды. Дальше уже продолжим. Хорошо, отстроить, отстроить все. Ладно. Нет, так и нет. Не разбирайте, ну не разбирайте. Я ж ничего не могу сделать с этим, да? Так, приоритет пошел, да, приоритет пошел. Я построил бы еще, наверное, одну шахту для материи, но я не смогу из-за того, что... Вы сами видите, как это медленно все происходит.
Сами видите, как это медленно все происходит. Это что такое? Что за праздник? Так, ребят, что мы празднуем? Скажите, пожалуйста. Угу, здесь празднуют. Так, оф. Ура! С Новым годом. С новым счастьем. Так, я таки извиняюсь, а можно ли... Либо нельзя это все ускорить как-то дело. Да, и напиши мне, что это за салют был. Чему они радуются? Так, отлично. 2,7 есть. 2,7 есть. Чем тут наши люди занимаются? Ага. 65 свободных мест, да? Тут 54 всего живут, хорошо. Ага, нет, ты мне... Давай повернись, наверное, вот таким вот образом все. Чтоб красивее все было. Сейчас построим станцию для чистки воды. Нам она нам нужна. В любом случае. А дальше уже будем с вами смотреть. Так, производство. Один есть, хорошо. Отправляйся. Они, наверное, сначала на склад, да, отправляют, а потом уже... Потом уже вот сюда. 3,7, блин. Да хватит собирать еду, ребят. 102. Угу. Окейшки. Обломки. Возможно, наверное... Они не хотели собирать обломки, потому что было все занято, правильно я понимаю? Так, что у нас здесь? Вы готовите? Либо не готовите? Два из пяти... Чё от меня хотят? Давай попробуем сделать машинку и вот эту вот штуку. Пусть начинают. Нужно будет тоже не забывать про это все дело, да? Вот вроде стоит на семерке скорость. Но все равно как-то медленно это все происходит. Блин, а у меня есть... А если я сейчас построю еще добычу? Добыча, добыча. Так, ты кто у нас? Шахта материи, шахта материи. Вот ты, шахта материи. Ага, 10 материй нужно... Чтобы построить еще одну шахту материи, нужно 10 материй. Но, к сожалению, вся материя у нас тратится на станцию с водичкой. Но все равно они не хотят его делать. Они все тут на полях летают. Не, с одной стороны, правильно, кушать же надо, да, нашим жителям. Но с другой стороны, хотелось бы, чтобы они занимались конкретно... Тем, где я приоритет делаю. Во. 5 из 7, отлично. Еще 2 материи, и мы с вами пойдем по заданию вот сюда. Тут сколько тебе нужно? Нет, не сюда. Ага. 4 из 20. Блин, ну это очень долго и нудно будет, да? Ждать, пока миссионеры это сделают. Давай, мои хорошие, давай, мои ребятульки, еще одну. Еще одну материю, и будет все хорошо. Ну, я вас верю. Давайте, наверное, сейчас я поставлю на паузу. Дождусь, пока мне сделается 20 материй, пока у нас будет вот этот портал торговый. Тогда уже продолжим, потому что реально, вы видите, что они 7 материй. Еле сделали, а двадцаточку, наверное, не будет очень...
Долго и нудно делать, да? Так. 350 сюда пойдем. Хорошо, отлично. Нужно будет потом здесь приоритеты поставить и сделать мост. Вот это вот мне нравится. Отлично. Давай дальше строить. Жалко только единственное, что здание нельзя переносить. Перемещать-то их в разные стороны крутить я вот могу. На 180, к примеру, есть, сделал. А вот переместить не могу. Да и снести тоже не могу, потому что вы видите, что когда я сношу здание, оно не хочет его собирать. Как думаете, может я вот эти вот штуки продавать смогу? Так, 4.27. Жрев, давайте сейчас я нажму на паузу. Когда оно построится, я включусь, и мы дальше продолжим. Хорошо? Надеюсь, никто не против. Так, водичка добывается. Отлично. Дальше мы с вами продолжим. Все, для вас это буквально одна секунда. Все, ребят, закончил я строительство. Теперь давайте смотреть. Так, скорость ставим на единичку. Что у нас здесь есть? Позадать, ну, нужно сейчас продать будет. Продаем с вами хлам всякий. Так. Продать, если больше 50. Здесь мы продаем. Здесь мы можем покупать. И здесь можно будет устанавливать то, что мы будем с вами покупать и продавать. Но у нас вроде все есть. Не знаю, стоит ли это продавать все. Чтобы зарабатывать. Блин, давайте, наверное, еду установим. Так, продать, если больше 200. Давай. И продаем по двадцаточке. Давай по двадцаточке будем продавать, к примеру, да? Есть. Ну и вроде пока мест все. Так. Отлично. Ждем, пока мест будут прилетать и покупать у нас это все. Здесь мы удаляем. Здесь нам не надо. Мы просто продаем. Все, есть, задание мы с вами выполнили, отлично. Угу, больница, салатная ферма, окей, давай построим больницу, где наша больница? Салатная ферма, так, больница, больница. Погоди. Фармацевтический. Где ты? Ага, вот иди пункт. Бля, какой ты масюськи. Давай масюську, наверное, мы с вами поставим вот сюда. Отлично. А здесь у нас продается, да? Угу. Продать, если больше 200. Когда у нас будет больше 200, оно будет продаваться. Здесь тоже, наверное, пусть продается все полностью. Ладно, и салат. Салат. Где ты? Салатная ферма. Блин, какая-то огромная. Знаете, что я подумал? Нужно было, наверное, здесь строить у нас... Здесь, наверное, строить дома, а здесь у нас строить производство, как думаете? Ну, уже, я думаю, поздно. Давай, наверное, салат мы сюда поставим, да, с вами. Отлично, все, пусть строится потихонечку. Да, я думаю, нужно было начинать все по-другому. Блин, ну ладно, кто бы, крыться, знал. Вот здесь бы, наверное, у меня бы дома были, стояли обычные. А здесь все вот эти вот, здесь поля, а здесь мы с вами торговали, либо еще что-то делали. Хотя, возможно, мы и тут сможем с вами домики поставить. Сейчас посмотрим. Мне нужно, чтобы оно... Ага, приоритет. Давай на троечку сюда. Здесь у нас салат. Так, приоритет тоже сюда. Что нам нужно? 12, да? А чего у нас 12? Материя. Давай закупим материю. У нас же есть денежка, правильно? Давай закупим, купим, купим. Давай соточку купим. Так, если меньше, к примеру,
57. Все, сотку хочу купить. Материи, чтобы это все быстрее было. Сейчас посмотрим, как оно будет все происходить. Потому что такими темпами, пока все оно будет добываться, мы с вами проведем в этой игре больше времени, чем, к примеру, мне бы хотелось бы. Есть, да? А, ну давай посмотрим. Давай посмотрим на склад. Материя, 2. 2, 4. Medium construction completed. Objective completed. Ага, то есть мне нужно будет каждый раз, да? Каждый раз списывать то, что мне надо. Так, хорошо, есть, сделали. Угу, аэропорт нужно будет сейчас с вами поставить. Хорошо, делаем скорость поменьше. Сейчас, секундочку. Аэропорт, аэропорт. Аэропорт у нас где шестеренка. Какой у нас тут аэропорт? Где-то, где ты? Угу. Ого. А не сильно ли ты большой аэропорт у нас? Давай, наверное, я тебя поставим вот таким вот образом. Бум. Здесь мы включаем. Пусть все строится. Пусть строится. Здесь тоже пусть строится. А здесь пусть покупается, правильно? А здесь продажа. Ну. Хай 40 будет. Не знаю, главное, чтобы сейчас мы в минус большой с вами не ушли. Отлично. Ставим скорость побольше. Дроны. Нужно дроны приготовить. А где эти дроны находятся? Tiny construction completed. Фабрика 3D. Шахта материи. А где находятся дроны? Вот это я не знаю, если честно. Так, давай приоритет ставим сюда. Здесь у нас отлично строится. Здесь тоже строится. Интересно, где наши дроны находятся? Здесь вроде где 3D принтер нету, да, тут такого? Тут чисто движки есть. Так, давай посмотрим. Блин, можно, конечно, рыбу продавать, но для рыбки нам нужно построить сначала мост, а потом мы уже будем ее продавать. Так, 11 из 20, хорошо, ты же закупаешь. Давай, 61. Ага, 20-очка есть сразу, все, отлично. По идее, сейчас построится быстро. Есть. Дроны, дроны, дроны. Один. Это кто такой? Дирижабль. Приватный дрон, да? Ну, дирижабль давай строить. Все, ждем, пока мы сейчас построимся. Не знаю, стоит ли нам закупать материю. Да, давайте, наверное, стоит. Что по поводу пищи? 101 у нас. Угу, продавать, если больше 200. Хорошо. А что нужно? Аккумуляторы. Блин, нам у нас аккумуляторы делаются. Да, у нас аккумуляторы делаются. Но они тоже где-то используются. Только где они используются? Хорошо, давай, может, закупим нам аккумуляторов немножко. Ага, немножко, 30 штучек нужно, да? Аккумулятор, аккумуляторы. Сколько? 30, да? Давай 30-очку закупим. Все, ждем. Пока к нам прилетит торговец.
Так, движки есть. Аккумуляторы мы тоже закупили. И ждем, пока мездроны будут делаться. Хотя, давай, наверное, пока мы сделаем вот так. Нам нужно две штуки вот таких вот дронов. Не будем, как говорится, спешить. Правильно, выполним задание. По поводу дронов. Да, конечно, я не люблю на запись, когда идет вот такая вот огромная скорость. Я хочу, чтобы было вот так медленно. Но если медленно будет, вы сами... О, смотри, мост построили, да? Наполовинку. Правильно я понимаю? Да. Давай, наверное, мы пока весь приоритет уберем. Пусть занимается вот этим вот. Я же говорю, скорость можно было бы меньше поставить, но... Увы, на записи придется где-то часа 4 сидеть. Так, ну что там? Будете вы делать, либо не будете? Один из четырех. Так, на складе у нас есть вообще? Не, по нулям. Тут тоже по нулям. На полях у нас, ага, 35 и 40. Водичка используется. Хорошо. Ну, вроде потихонечку делается. Ля. Даже поезд есть. Только я не уверен, каким образом оно здесь, оно его достроит. Но, возможно, когда мы переместим сюда здание, возможно, там начнется строительство. Ну что, ребят, вы... Во, началось, отлично. Началось строительство. Нужно будет сейчас два дрона построить и посмотреть, что у нас будет там дальше по поводу строительства. Давай приоритет тоже сделаем. Во, быстрее пойдет. Так, рабочая сила 40%. Это, наверное, из-за того, что у меня тут приоритеты стоят, да? И оно так тратится. Но опять же, на обычной скорости я бы, наверное, не спешил бы. Подумал бы, здесь бы, наверное, дома по мне были, здесь поле, а здесь производство, вот эти вот всякие торговые штуки. Я думаю, хотя, может быть, тут возле водички начал бы рыбу добывать бы. Ну, решать вам, как это будет все происходить. Так, 2 из 4, что по поводу, ага, 24... 22. Так, давай, наверное, покупать мы не будем, поэтому будем продавать и батареи закупим. Еще 18, все. Есть, отлично. По идее, должно хватить, да, потому что у нас осталось 751 монетка. Дальше закупать мы ничего не сможем, увы. Так, что у нас тут, салат делается? Да, салатик делается. А если я приоритет поставлю, то будет быстрее, да, немножечко? Все, есть, отлично. Так, включить аэропорт. Есть. Угу, можно отключить аэропорт, да? Так, что нужно? Сады и парки. Эстетика. Сады и парки. Где вы находитесь? Вот. Сады. Давай смотреть. Давай, наверное, сад мы сюда, да, поставим вот так вот. Бум. 2 из 7. То есть мне нужно будет... Ага. Сады и парки. Статуя. 15 000 стоит. Ага, ля. К сожалению, у меня денежек нету на эту статую. Так, небольшой парк. Ну, небольшой парк, наверное. Вот все. Да, наверное, да? Есть, отлично. Засчитается. Есть. Выполнили. Центр. Административный центр, да, нужно будет сейчас поставить. Вот где. Тоже огромный.
Блин, опять же ж не хочу его здесь ставить, я хотел бы совсем по-другому. Ну ладно, устанавливаем его здесь. Не знаю, давай включим мост. Хочу посмотреть, как оно будет здесь строительство делать. Так, отлично. Что у нас по поводу материи? Да, две штучки есть. Я думаю, должно нам хватить, правильно? Должно, по идее, нам хватить, чтобы мы сразу все построили. Так, ты здесь продаешь, да? Угу. Давай тоже, не знаю, там 60 поставим. Пусть продает, деньги нам нужны. 19 из 20 и 20-ку давай. Так, людей поселить. 44, 70, а у нас всего сколько? 65. Блин, а почему люди не хотят тут жить, да? Правильно я понимаю? 9 из 13, 35 из 52. А сюда люди не хотят приезжать, я не знаю почему. Я бы с радостью это все поселил бы, но сами понимаете, что заставить же я не могу людей это делать. Так, угу. Заболели 16. Ну, надеюсь, они у нас поправятся. Давай, ребятушки. Еще одну материю, пожалуйста. Но здесь, наверное, не построится. Я уверен, что здесь, наверное, не построится, потому что она не достает сюда. Что-то мне так кажется, что она реально туда не достает. Ну что ты? Буквально одну материю мне, пожалуйста, сюда. Есть. Открытие центр. Ага. Кредиты могу дать, да? Продать, продать. Не понял. Нужен парламент. Могу кому-то кредиты выдавать, продать дроны, приватные, дирижабль, танк. За 500, 5 максимально, нам нужен парламент. И нужно сидеть ждать, пока у нас будут с вами люди в нашем поселении. Не знаю, ребят, давайте, наверное, на этом мы и закончим. В принципе, я, как и рассчитывал, сделать чисто одну серию. Не знаю, зайдет вам игрушка, не зайдет. Можно, конечно, и дальше это все строить, но не знаю. Рано или поздно я... Как вам показать, к примеру? Ну, давай, Капитолий. Рано или поздно я здесь все полностью займу. Это буквально, наверное, в следующей серии, к примеру, это все и было. Хорошо, перейдем сюда, построимся, ну и все. А дальше развиваться здесь некуда. Мне мало карты. Вот реально, игра классная, игрушка прикольная, но карта реально маленькая. Не могу понять, почему нельзя было, к примеру, там достраивать вот такие вот башни огромные. Ну, сделать возможно, что, к примеру, когда здесь место закончилось, просто берешь сюда, нанимаешь рабочих, и они из бетона, к примеру, делают еще вот такую башню. Так что как-то так. Смотрите сами, можете скачать, поиграть. Игрушка реально прикольная. Ну, как по мне, мало места. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом.